Исследование. Умерший человек осознает, что он умер. Смерть и раньше казалась нам ужасающей перспективой. А теперь для страха появился новый жуткий повод. Согласно результатам последних исследований, некоторое время после того, как тело человека перестает подавать признаки жизни, мозг человека продолжает работать и осознавать, что с ним происходит. Это означает, что человек может слышать, как медики объявляют время его собственной смерти. К таким выводам пришла команда исследователей-специалистов в области критических состояний и реанимации во главе с директором Сэмом Парния из Нью-Йоркской медицинской школы. Он и его команда изучали состояние людей, переживших сердечный приступ, практически умерших, но затем вернувшихся к жизни. Это исследование стало самым крупным в своем роде в истории медицины. Значительная часть участников исследования заявили, что находились в полном сознании, могли воспроизвести разговоры медиков и описать, что происходило вокруг них, даже после того, как была оглашена их смерть. Точность их слов была затем подтверждена врачами и другим медицинским персоналом, присутствовавшим в момент смерти. Смерть определяется как момент, когда сердце перестает биться и поток крови в мозг прекращается. Мозговый ствол теряет все рефлексы. Рвотный рефлекс, зрачковый рефлекс, их больше нет. Несмотря на это, считает, есть основания полагать, что после смерти человека происходит взрыв мозговой активности –